Здравствуйте, дорогие братья, россияне, белорусы. Меня зовут Герман Прокопьев, я представляю Луганскую гвардию. И сейчас со своими товарищами с других организаций, просто с обычными горожанами, гражданами Украины, мы встали с колен. Впервые за 20 лет народ проявил свою волю и нежелание мириться с киевской хунтой. Фашизма в этих краях никогда не было и никогда не будет. Мы предупреждали, мы сделали. Не заставляйте нас взять в руки оружие. Вот. Я прошу Россию, Белоруссию, все страны обратить внимание на то, что сейчас происходит в Украине. Мы не бандиты, мы не допускаем кровопролития. Стычек фактически не было. Вот. На данный момент сюда движется Национальная гвардия, Правый сектор и Альфа. Вот. В общем, я прошу дружественные страны защитить нас и поддержать. Потому что мы сейчас отдаем долг нашим отцам, дедам и прадедам. Будем жить вечно. Держитесь, братья.